Ты можешь игры выписать, а я буду. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова улицы Петровка. Не скапливайтесь возле рамы, подходите к месту построения колонны. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Политическим заключенным. Слушай, ну вы распределились. Да мы встали, там кто-то раздает. Там не может никто раздать. Заходят и говорят, там уже там дали. Слушай, ну я не знаю. Идем. Кому там нахуй? Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова улицы Петровка. Не скапливайтесь возле рамы, подойдите к месту построения колонны.
скапливайтесь возле рамок, подходите к месту построения колонны. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Да. Кто может помочь раздавать листовки? Подойдите, пожалуйста, ко мне. Кто может помочь раздавать листовки? Не скапливайтесь возле рамок, подходите к месту построения колонны. Товарищ капитан, что делать? У женщины газовый баллончик, но мы с ним приедем. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова улицы Петровка. Не скапливайтесь возле рамок, подойдите к месту построения колонны. Улица Петровка. Не скапливайтесь возле рамок, проходите к месту построения колонны. Россия будет свободной. Вопросительный знак я бы поставил. Три восклицания. Вопросительный. Спасибо. На сайте polizeki.ru смотрите, как расходуем. Дорогие друзья, сайт polizeki.ru. Все запоминайте, заходите и смотрите, как мы расходуем ваши деньги. Да, если пожелаете, пожалуйста. Держите флаги. Проходите дальше от рамы, не мешайте проходу другим гражданам. Уважаемые участники центра, знаете, разрядную агитацию можно получить в начале бульвара слева после рамок. Уважаемые граждане, проходите дальше от рамы, не мешайте проходу другим гражданам. Я бы замерз. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Да,
Карч вниз пошел, да? Знак такой чувствуется. Агрессия. Уважаемые граждане, проходите дальше направо, перешагивая проходу другим гражданам. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. И скапливайтесь возле рамок, подходите к месту построения колонны. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова в улице Петровка. Не скапливайтесь возле рамок, проходите к месту построения колонны. Проходите дальше направо, не мешайте проходу другим гражданам. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова у улицы Петровка. Не скапливайтесь возле рамок, подходите к месту построения колонны. Кто желает помочь политзаключенным, дорогие друзья? Есть такая возможность. Возле рамок. Полный отчет на сайте politzaki.ru. Другие граждане. У ребенка дела. Я оставил дом, там много карманов, но уже начну шнырять. Дальше выкладывается. Нет, они, знаешь, не просто. Не скапливайтесь возле рамок, проходите к месту построения колонны. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова у улицы Петровка. Yeah.
Проходите дальше от рамы, не мешая проходу других граждан. Не скапливайтесь возле рамок, проходите к месту построения колонны. А потом куда его девать? А потом на выходе мы вас заберем. А вы что, вы? Мы, да, вы увидите, мы будем стоять и забирать. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Поздравляю с освобождением этажа. Спасибо.
контроль земли. Всех поздравляем! И леса. Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова улицы Петровка. Ну вот было ощущение, склончик такой снежный, ну, вот склоним, переходим в снег. Ну, понятно, так, что тут бьется. Ну, мне серьезно. Ну, он, значит, побежал к нам. Я не могу отчувствовать. Граждане, не скапливайтесь после рамы. Проходите дальше, голове колонны. Не мешайте проходу других граждан. Кто желает помочь политзаключенным, дорогие друзья? Создайте политзаки под круг, полный отчет за каждый ваш рубль. На юридическую помощь, на передачи, на поездки в колонии, на помощь всем политзаключенным, дорогие друзья. Кто желает помочь, пожалуйста? Граждане, не скапливайтесь после рамок. Проходите дальше, голове колонны. Не мешайте проходу других граждан. Кто желает помочь политзаключенным, дорогие друзья? Полный отчет за каждый ваш рубль на сайте политзеки.ру. На сайте политзеки.ру смотрим, как раз. Кто желает помочь политзаключенным? Кто желает помочь политзаключенным, дорогие друзья, читайте политзеки.ру. Смотрим, как расходуются ваши деньги. Всех поздравляю с освобождением Эльдара сегодняшнего. Сайт политзеки.ру. Смотрим, как расходуются ваши деньги. Налево, другого прямо. Да, уже граждане, не скапливайтесь после рамок. Проходите дальше, голове колонны. Не мешайте проходу других граждан. Кто желает помочь политзаключенным, дорогие друзья,
Уважаемые граждане, место построения колонны от улицы Петровка до улицы Большая Дмитровка. Голова у улицы Петровка. Не скапливайтесь возле рамок, проходите к месту построения колонны. Проходите дальше к голове колонны. Не мешайте проходу других граждан. Не мешайте проходу других граждан. Граждане, не скапливайтесь после рамок. Проходите дальше к голове колонны. Не мешайте проходу других граждан. Желаю помочь политзаключенным, дорогие друзья. На сайте politzeki.ru отчитываемся за каждый ваш рубль. На юридическую помощь, на помощь семьям, на поездки в колонии, на адвокатов. Здесь можно помочь политзаключенным, дорогие друзья. Сайт politzeki.ru, заходим и смотрим отчет за каждый ваш рубль.
Уважаемые граждане, проходите налево по ходу вашего движения. Убедительная просьба проходить и не задерживаться. Yeah.
Уважаемые граждане, проходите налево по ходу вашего движения. Убедительная просьба проходить и не задерживаться. Спасибо.